Уважаемые дамы и господа, дорогие наши пациенты, спешу поделиться с вами нашей новостью. Для вас, для вашего удобства, сеть «Новая медицина» расширяется. В поселке Городище для вас мы открываем стационар. Наш стационар будет работать как для пребывания пациентов в дневное время, так и круглосуточно. Стационар может принять пациентов с терапевтическими диагнозами, с неврологией и гериатрией. В нашем стационаре пожилые люди могут найти себе заботу, уход под медицинским наблюдением. Это красивое, уютное место на берегу реки. Стационар находится в зеленой парковой зоне. В этом стационаре ваши родные люди будут под медицинским наблюдением круглосуточно. Все вопросы вы можете задать по нашему телефону, можете звонить мне, можете звонить в нашу регистратуру или же на сайт. Ну и мое основное пожелание – не болейте, мои дорогие. Расширяясь, мы становимся ближе к вам.